Большой митинг, который никто не разогнал, они там кричали: «Аллах Акбар, мы там готовы там наших братьев там поддержать то да сё», да, вот. Ну а как бы о Швеции, христиан. Organet Sida kommer att skicka ytterligare 40 miljoner kronor till Röda Korset och lokala hjälporganisationer i Burma. Militäroffensiven i landet har tvingat närmare 400 000 rohingyer på flykt till grannlandet Bangladesh. Och situationen för Burmas muslimska minoritet har den senaste tiden blivit allt svårare. Вы вот сейчас прослушали часть новостного блока по шведскому телевидению сегодняшней, да? Вот. Ну, я думаю, многие из вас поняли. Короче, там говорится о том, что шведское правительство перечислило 70 миллионов крон Красному Кресту, который конкретно будет целенаправленно вот эти деньги использовать на помощь беженцам, мусульманским беженцам в Мьянме, да, ну, бывшей Бирме, как вы знаете. Вот. И вот я сильно возмутился, конечно, вот как бы вот в России, там, в Москве, мусульмане устраивали, значит, там какой-то неразрешенный митинг, да, неразрешенный митинг. Вот, кричали там «Аллах Акбар» хором, так конкретно, жестко, менты там все обосравшиеся были там, прятались за углами. Вот, и так митинг был такой жесткий довольно-таки, в помощь нашим братьям, Мьянме, там туда-сюда, «Аллах Акбар», как положено все, да, вот. И, значит, Рамзан Кадыров тоже так жестко высказался, причем жестко, настолько жестко, что я прям удивляюсь. Вот, он сказал, если российское, значит, это самое правительство не будет это самое поддерживать, значит, не выразить свое возмущение, значит, по поводу преследования мусульман в Мьянме, да, то он даже будет против российской политики. Вот. Ну и причем я вот тут почитал последнее, что было там, Путин встречался с китайскими лидерами, там всякими, ну, короче, Россия все равно на стороне правительства Мьянмы, то есть как бы они считают, что эти мусульманские, эти рахиджи, они сами виноваты, они террористы, можно сказать так, да. Вот, и я не знаю, и вроде все затихло, странно, странно. Вот, но не к этому, не к этому. Дело в том, что вот маленькая Швеция, 10-миллионная Швеция, она, значит, просто так взяли спокойно, сами правительство, и отослали 70 миллионов шведских крон. Для маленькой страны это большие достаточно деньги, да, в помощь мусульманских беженцев, а Швеция далеко не мусульманская страна, никогда и не была. Вот. И поэтому я, конечно, это возмущен ужасно, что это за фигня такая. Вот я сижу, значит, это самое, получаю 1200 евро как безработный, да. Вот, но я бы с удовольствием бы 1500 получал бы и вообще был бы счастлив до упупения. Вот, или, допустим, сделай бы там пенсию минимальную повыше людям, да. Вот. Вот я так понимаю, вот это на благо своих шведских жителей. В какую-то Мьянму, каким-то там мусульманам, террористам посылать сумасшедшие деньги из Швеции, это я вообще не понимаю. Вот. А Россия ни копейки. Россия ни копейки. Ни Чечня, ни Россия. Ни копейки денег туда не перечислили. Вот, вот интересно просто, интересно. Задумайтесь.